Команда World of Roads наконец-то добралась до Батуми. Это город Грузии, который находится на границе с Турцией. И сегодня я хочу вам рассказать, как мы рекомендуем вам провести день в Батуми. Для начала нужно пораньше встать, чтобы все успеть. И самым первым пунктом назначения рекомендуем вам ботанический сад, который здесь очень большой. Мы здесь побывали в марте, но даже сейчас очень много цветов, очень красиво, очень много позитива. И рекомендуем вам все-таки пешей прогулки, не пользоваться транспортом, транспортными услугами, которые там оказывают, потому что, ну, пешком это пешком. Вот. Следующим пунктом у нас была крепость Петра или Петра. Ну, в общем, мы не вылазили в интернете, оставляем это вам. Посмотрите, как правильно ударение. Она не сохранилась. Ну как, сохранились там остатки. Ну, погулять там просто, если вот вы хотите вдохнуть этой старины, какой-то истории, погулять по прекрасному, свежему, зеленому, сочному газончику, то вам следует там побывать. Это находится в километрах 15 от Батуми. День был такой насыщенный, пора бы пообедать. Поехали, вернемся в Батуми, поднимемся по канатной дороге, которая считается самой длинной в Грузии. Наверху есть неплохой ресторанчик, где вкусно кормят. И самое главное, вы сможете там нафотографировать город, очень красивый. За обедом вы дождетесь заката, что может быть красивее заката на горе. Потом вы спуститесь обратно по этой канатной дороге, дождитесь сумерек, чтобы город уже начал сверкать огнями. И у вас получатся кадры на том пути днем, на обратном пути вечером. Ну и, конечно же, здесь очень много в Батуми подсвеченных зданий, очень пальм и всякого-всякого. В общем, все, что можно, они подсветили. Подсветили очень красиво, так художественно. И, в общем, очень много где можно пофотографироваться. Кроме того, здесь, конечно же, построили поющиеся фонтаны, возле которых можно поплясать, подпевать, пофотографироваться, снять видео. Ну и все, что ваша душа захочет. Закончить этот прекрасный день мы предлагаем здесь. Справа находится башня грузинского алфавита, а грузинский алфавит – это очень красивый алфавит. А прямо передо мной, к сожалению, вы сейчас не видите, находится Черное море. Вот так. А потом чай в гостинице. До свидания.